Привет всем, доброе утро. Так, надо Таню догонять. Мы на Куйбышево. Время идет, меняются магазины, меняются вывески. Все меняется. Да и мы меняемся. Становимся старше. Мама говорит, мудрее. Умнее вряд ли. Мудрее это точно. Приобретается какой-то жизненный опыт. Утро, утро. Утро в Бресте. Еще закрыто. Мама просила купить абрикосов. Ей надо. Там для приготовления определенного лекарства. Я смотрю, подошли, магазин закрыт с 10 утра. Еще нам соседка сказала, что здесь вот на автовокзале, где-то в этом районе, продают рыбу. Горбушу там, еще что-то копченое, вроде как. Большой ассортимент. Ну вот где-то там машина стоит. Сейчас пойдем туда, сходим, посмотрим. Что-то еще 9 утра нету. Еще почти все закрыто. А, вон рыбу продают. Цветами торгуют. Яблоки по рублю. По рублю. Страшно тут, правда. Я смотрю, тут возле автовокзала начинают уже торговать частники, ставят такие же павильоны, вот как, впрочем, как и везде по городу, деревянные домики, как я называю. Ну а здесь автовокзал бывший торгует магазин с диванами фирмы «Прогресс». Мискевича 35. Водонапорная башня. Читал как-то, что хотели сделать ресторан. Но не знаю, что там сейчас будет. Не столь важно. Копеечка. А вон и рыбой торгуют уже. Сейчас пойдем посмотрим. Свежая рыба. Рыбка, рыбка, рыбка. Живая рыба. Не свежая, а живая. Мокино, опытный завод. Рыбхоз, селец. Ого. Один? Два, смотрите. Да, один. Два. Амур. Столбик. 3,99. Амур. 7,30. 1,45. Шарп. 5,43. О, боже. Так, все ясно. Это что они, деревья обрезают, да? Стрижку делают. Стрижку. Магазин «Сад-огород» на Куйбышево. Ждем, пока откроется магазин с сухофруктами. Заодно походим, поснимаем что-нибудь, покажем, что тут продается. Ну, что это тут?
средство моющее синтетическое, универсальное. 25 рублей, 6 килограмм. Мара. У Тани по поводу Мары свое мнение. А я так. Я как хозяин. Хорошо, бей, не сталкивался с этим. Оптим какой-то есть вот. 74, 2, 2,4 килограмма. Айсберг. 14 рублей. 14 рублей, не знаю сколько здесь. Ну, довольно приличные пачки. Ну, он еще какой-то. Сандей. Мара это белорусский, да? Он вообще по 2,79 мак. Что есть? 2,79. Биомак вот этот? Да, биомак. Биомак 400 грамм. Ну вот первый магазин, где мы увидели достаточное количество, да? Чего-то порошков. Ой, магазинчик интересный тут. Всякие штучки на кухне. Там будет, пожалуйста, туалетная бумага. Это не дефицит сейчас. Нет, не дефицит. Другое дело, сколько стоит. Ну вот и бумага. 66, 66, 60 копеек. Так, хотел посмотреть тут. А нет, это турочки. Я думал, тут кофемолочки есть. И здесь такая же цена. 61 рубль. Ну, это, наверное, один и тот же магазин. Кувшики, чашки, кастрюли. Смотрим, терочки почем. По... Ну, там даже с этой с тарелочкой. Так. А вот турочки. Кастрюли, кастрюли. А зачем она мне? Ну так, на чашечку маленькую. Только вот, конечно, лучше побольше взять вот такую. Нет, не хочу. Я и так заварю на даче. Ну, кастрюль много. Вон какой ассортимент. И вправо, влево. Так, ну ничего, походим, магазин скоро откроют, который нам нужен. Масленки, чашки, ложки, кофемолки электрические, 75, 80, 82. Чайники электрические, 92. 112 с розочками какой, 118, симпатично. Смотри, чайнички какие. Сколько стоит? 100 рублей. Я бы такой купила, Саша. А газ для чего мы проводили? Велосипеды самые простые, белорусские. Аист 532 рублей. 50. Как я говорю, такие советские еще. Только сидушки не советские. О, всего много, глаза разбегаются. Так, почем тут растворители всякие? Ладно, куда тебе идем? Надо, давай купим сразу. Неохота отсюда нести. На что нести? Что это такое? Масленка? Для сыра. Для сыра. Тяжеловато и правда, но красиво. Мыши. Мыши, мыши, копилка. Электроника. Да, зверята. Игрушки какие-то. И шутки. Лягушки. 50 рублей. Лягушка. Так,
глянуть на матрасничек, или как он называется правильно, на матрасник. А, вот, вот тут может. Так, смотри, чтобы не растянуть. Ну вот, на матрасничек. Чего? Классный. Классный, толстый. Кстати, Вадим, вот это хорошая вещь. Ну, покупай, бери себе. Толстенький, тепленький. Ведра, швабры, клеенки. Какой состав? Чей это, наш? На матрасник. Это жодина. Жодина. Ну, метр 40 на сколько? На 2, да? Да. 43 рубля 68 копеек. Метр 40 на 2 метра. Бязь. Сверху бязь, что ли? А внутри хлопок, прочитала нам. 43 рубля. Метр 20 на 2. 40. 32 стоят такие цены. Саша, что вон там вон, наверху? Так, что тут? Грунт, удобрения, лопаты. Все, пойдем на выход. Может, магазин уже скоро откроет наш. Ну вот, все попросыпались, цветочники. Смотрим цены. Роза 16,50. Ну, никто не понимает. Одна, что ли? Три рубля. Они вместе очень красиво. Три рубля. 6,50. Это целовая модель, она как в первом году появилась. Поэтому, ну, вам это все можно принести ставить? Но калка есть. Я брала. Магазин нам еще рано, решили зайти на рынок. Давно мы здесь не были. Стали. Наш брестский цирк. Класс, да? Потолок. Сухофрукты пойдем посмотрим, здесь почем. Если они есть. Есть, наверное. О, какие розы, сразу вспомнил, в СССР были такие розы. Толстые, торт Берестия. Толстый, 22,90. Так, а здесь что-то закрыто-то. Или нет, а есть что-то. Что-то есть. Курага. 35 рублей. Разное есть. Есть и по 20, есть и по 18. Давно не были, аж крыши едет торцы. Ну, если давно, то да, да. Потому что она уже поднималась не раз. А кто недавно, то нормально, да? Цены на вкусняшки. Вот курага. 24. 30 рублей. 18 рублей. Финики тоже разные. 20 рублей. Цены, конечно, ай-яй-яй. Паховые. Ай-яй-яй. Так, ну что, пойдем в тот магазин посмотрим. Пойдем. Мясо, сало. Продавцов много, людей мало. Охрана. Черт, охрана есть у нас. Зашли. Что сказать? Оказывается, на рынке цены дешевле, чем в этом магазине. Раньше было наоборот. Курага 40 рублей. Что еще можно о чем говорить? Кто ее может купить, я не знаю. Ну, наверное, барыги купят какие-нибудь.
у кого бабок немерено. А нам это дорого. Мы пойдем на рынок. Купим подешевле. Подешевле там есть по 20 рублей. Ну что, купили кураги и маме, взяли себе немножко на 5 рублей. Ну так, вот самое дешевое получается, которое более-менее на вид. Около 20 рублей. Есть и по 17 там с чем-то, но такое вообще без слез не глянешь. Цены ой-ой-ой. А самое красивое 40 рублей и дороже. Курага. 45 есть, самая 45. Дорогая 45. Свекла рубль 28, морковка в земле вообще бесценника, лук рубль 28. Картошка рубль 24. Саженцы продают. Плодовых деревьев. Так, подожди. А если у вас дерево альбатра? Он подметает. Гляньте, пыль какая. Подметает. Тишина в садике. Малых еще не выводят гулять. Они еще не проснулись. Не полдничали. Привели сонных. Угу. Пока проснутся. Так, что у нас здесь? Ух ты, уже все. Как-то показывал я, что идет разборка здания. Ну вот. И говорю, как все по-хозяйски. Кирпичи отдельно, то отдельно. Кирпичи отдельно, доски отдельно, хлопцы вон разбирают все. Все по-хозяйски. Вручную правильно. Разбирают. Ничего не должно пропадать. Паспорт объекта. Что здесь будет, Саш? Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными административно-офисными помещениями. Приличная территория туда, вот она идет аж до бульвара космонавтов, да? Почти. Вглубь я смотрю. Да. Смотрю флюгер, что мне напоминает. А что там, орел сидит? Пытаемся рассмотреть станей. Что там такое? Или двуглавый орел? Трехглавый по центру. Трехглавый. Там непонятно голова. Вообще, какие-то драконы, а крылья летучей мыши. Непонятно, да.